Ава Фейви. Сегодня мы смотрим некого исполнителя Crush в фите с Джей Хопом с треком Just Pick. Crush. Crush. Не тот Crush, а другой Crush. Это получается некий южнокорейский певец, автор песен и продюсер в стиле R&B и хип-хоп. И Rash Hour — это его первая, получается, музыкальная работа после службы в армии. Есть информация, конечно, по треку, но о ней чуть позже. Собственно, давайте смотреть, что это такое. Поехали! Подождите, что? Вот уже с первого кадра уже видишь, как бы так сказать, операторский ход, когда ты начинаешь фокусное расстояние выкручивать вперед, а сам отходишь назад. И такая вот у тебя есть динамика в кадре, как вот приближение, но ты стоишь на месте, ну, как будто бы стоишь на месте. И уже вот это стиль. Поехали. Так, все сначала еще раз. Ай, какой же это флекс просто. Тебе с первых нот уже говорят, это будет максимально хорошо. О. Короче, классно. Это еще даже не заходил хасок, а уже хорошо так прям раскачивает. Такой вайб, флекс, все вот эти, все синонимы, все здесь есть. В нем есть что-то блюзовое, вот именно от блюзовых исполнителей. И звучание такое, немножечко как полуфанковое, полублюзовое, бас, контрабас, что это. И эти крики, ау, это вот туда все в блюз. Ой, и вот настроение такое, прям, ааа, хорошо. Так, опять свет, солнце, потухни, плиз, ты мне мешаешь. What you wanna do, baby? Ow, ow, let's go. 그러니까 너는 hit me, hit me, hop to the big big. 다시 clack, clack, clap, and you hit it. 하나, 둘, 모여, much a perfect time. Get up, get up. 그러니까 너는 hit me, hit me, hop to the big big. 따라해, 어때, 생각보다 쉽게. 모두 모여, much a perfect time. Get up, get up. Yeah, I'll be one. Ошибочка. Звучание скорее более джазовое, чем блюзовое. Вот. И инструменты эти, которые были клавиши, но там где-то сзади такие, ну, не винтажные. Короче. Просто. О! Хося пришел. Сейчас будет хорошо нам всем. Хося, давай. I'll be walking on the street, yeah. So soup as a butter, 금방 지겨. But 어딜 가든 이제 red carpet fill, yeah. 사진 소리 촥촥촥 가는 길마다 찍어 찍어. Moving people, I drive people. 뭐 맛 없는 내 미래 비전. Y'all tripping, whole lot of freaks. And now crush out, 난 그냥 형 따라 찍지. We gotta celebrate, 눈 즐기기만 해. Come and get it. 누가 뭐래도. Gentlemen, do what you wanna do.
Там столько голосов было. О, боже, охереть. Хорошо вошел. Hey, ladies, gentlemen, do what you wanna do, baby. Как, ну. Сейчас приду. Мало, мало. Не хватило еще какого-то припевчика, еще бы одного, чтобы совсем было все хорошо. Ну, сказать, что это было очень круто, это ничего не сказать. Пускай локации была совсем одна, там две, все было снято в помещении, и вообще пофигу. Я вот вообще плевать, о чем они пели, по большому счету. Но, видимо, что-то такое прям позитивное, танцевальное, для какого-то. Потому что там в кадре были как будто бы все как эти, разные профессии, которые должны как-то были объединиться в одном вот таком вайбе, танцевать. Вот это все такое заряжающее тебя позитивом какой-то энергии. Все вот туда. Ну, по звучанию. Ну, это же вкусно. Ну, вот это же хорошо. Вот, ну ты не можешь сидеть на месте с такими песнями. Тебя вот просто подбрасывает автоматически, как бы ты этого не хотел. Ой. Так. Краш, краш, краш. Краш часто использует джазовые музыкальные инструменты в своем музыкальном стиле. Ну, кстати, вот тут джаз присутствовал, да. Да-да-да-да-да-да. И джаз, и фанк. Тут он, короче, в плане музыки они здесь понамешивали всего-всего-всего. И Хося непосредственно был не только исполнителем, но и с автором песни. Ладно, пойду почитаю текст и вернусь. Угу. Все правильно говорил. Все правильно. Текст про... Давайте соберемся и будем танцевать. Все. Но за таким маленьким исключением, что и Краш, и Хося куда-то шли. Один шел от станции... Ханганджин до UN Village. Это куда он шел? Дорогой комплекс в Сеуле. Ага. А Хося просто прогуливался от Сеул Форест до самых дальних окрестностей. И, собственно, потом они говорят тебе такие: эй, народ, давайте просто покайфуем, потанцуем, повеселимся. Просто давайте заполним эти улицы и просто будем делать всем хорошо. Нам хорошо, вам хорошо. И, короче, да. Чтобы нам было замечательно. Ну и по настроению они прям это максимально красиво передали. Вот просто... Как будто ты смотришь какой-то вот, не знаю, «Шаг вперед» фильм. И там они вот просто такие... Оп. И танцуют, и прям хорошо. Да, и, собственно, есть небольшое интервью Краша про Хасока, который рассказывал, что они много болтали о музыке, они были очень долго в этом в процессе, и что Хасок постоянно хотел сделать все лучше, лучше, лучше и лучше. Там он не отдыхал, не ходил в туалет, он просто вот давай, я сделаю еще лучше. И когда они, ну, снимали клип, то там было много танцев, и Хасок поддерживал Краша, типа, давай, братан, давай, соберись, мы сейчас все это сделаем. То есть Хося очередной раз доказывает то, что он на своем месте не просто так, а вполне заслуженно.
и сам могёт, и другим, в принципе, помогает, поддерживает и т.д. Ну, вкусненько же было, да? Классненько. И в плейлист залетает. Вот с такими песнями как бы хочется, какое бы тебе ни было настроение херовое, там, пускай будет дождь на улице идти, там, не знаю, снегра, там, всё. Вот включаешь такую музыку, и тебе прям максимально хорошо. Все, проблемки, они остаются, но так они забиваются где-то в уголочек. А ты просто такой, типа, поехали, пацаны. Ща мы сделаем себе хорошо. И, короче, да. Вот. На этом все. Спасибо нашим анбу за информацию, бустерам, чатику, комментаторам. Всем большое-большое спасибо. Все ссылочки есть в описании, Telegram, Boosty, залетаем, подписываемся. А я ваш сенсей, обнял, приподнял, и всем пока.